Очень мало, поэтому не будем терять ни секунды. Быстренько представимся. Дуэт ваших комментаторов на интереснейшем матче — Юрий Розанов и Василий Соловьев. Поехали! Все ожидания теперь уже в прошлом. Игра началась. Невероятно! Мимо ворот! Да как? Ой, как же я вот это не люблю, когда прямо с ноги снимают мяч. Других стандартов. Всегда достаточно опасно, но все-таки не так, как пенальти. Ну что ж, второй тайм определить, да, вот это время для того, чтобы решить, кто лучше, сократилось до 45 минут. Очень такой игре нужен гол, потому что всем она хороша. Но вот забитый мяч, неважно в какие ворота, обычно еще добавляет матчу адреналин. Да, конечно, только этого и ждут сейчас все. Только этого и ждут. Но вот когда? Когда? Сорок пять минут у тех и других для того, чтобы реализовать то, что задумалось, и, может быть, до какой-то степени не удалось. Назначает арбитр штрафной. Быстро разыграли мяч игроки. В защите положено играть жестко, и вот в этом контакте нападающий оказывается на газоне. И вот пасует партнеру. И подача углового нас с вами ждет. Ворот.
сегодня не надо. Вратарь уже дал понять неоднократно, он таких мячей не пропустит. Было бы стыдно, конечно. Это уже не то, что в начале, это совсем другое. Самое главное, что разбирать этот эпизод, кто ошибся, тактическое что-то уже не нужно. Здесь дело в том, что просто надежда команду оставит. А партнер не так уж далеко и открыт. Вот ему и пас. Передача хорошая. И вот достает голкипер этот мяч, но не может удержать его в руках. Вот когда прицел надо поправить, на следующий раз чуть-чуть пониже и будет все в ажуре. И сейчас мы штрафной с вами посмотрим. Со счетом 2-0 завершается встреча. Играешь на 0, ты уже не проиграл. Вот от этого самого, от пресловутой печки, да, танцевал будущий, а теперь уже состоявшийся победитель этого матча. Это особая воля такая. Нет, не пущу, мои ворота, умру, но вот не пущу, пусть даже я форвард. Все на этом. Футбол с вами смотрел Юрий Розанов. Расстаемся, до скорых, надеюсь, новых встреч. До свидания.